Но самая главная проблема, что механизм развития вот этого страха связан с представлением последствий. О чем идет речь? Значит, вот вы же, когда боитесь, вы же боитесь, что что-то произойдет неприятное, да? Но если у вас, вы чувствуете, что что-то с сердцем, вы же не боитесь сердца. Вы боитесь, что вы умрете, потому что сердце не заработает, да? Если вы боитесь, что вы будете выглядеть некрасиво, когда придете на вечеринку, и поэтому надо долго и мучительно 25 раз менять наряды, да? Вы боитесь того, что на вечеринке будет что-то плохо. То есть мы всегда думаем о том, что случится в будущем, и представляя себе это будущее, мы находимся с вами в тревоге.